Они называют себя «звездные ребята старой закалки». Пятерка ветеранов космической отрасли сегодня – главные экскурсоводы на площади Славы. Ведь кто, как не специалисты РКЦ «Прогресс» с 50-летним стажем, расскажут о выставке уникальных архивных фото. Вот здесь носитель, на котором летали, это объект был шарик, как мы его называем, спускаемый аппарат. Дальше спускаемый аппарат уже «Союз». Вот здесь уже носитель «Союз», ракета «Союз». И чем она отличается от предыдущих? Вот на ней установлен вот эта вот двигательная установка системы аварийного спасения экипажа. Для кого-то это уникальные фото, бывшие под грифом «Секретно», а для Михаила Федоровича Шума – обыкновенные рабочие будни. Вот нам было поручено в 1958 году сделать первые три ракеты. И мы их сделали, все первые три ракеты. Одна была учебная, две нормальных, две ушли на полигон и были пущены, чтобы проверить, как качество нашего изготовления. Было признано нормальным и сказали, что мы можем делать серию. Вот из одной из серийных ракет, на одной из серийных ракет, и улетел потом Гагарин. От встречи Юрия Гагарина в Куйбышеве спустя два часа после приземления до самарских космонавтов Олеги Кононенко и Михаиля Корниенко. 25 выставочным стендам есть чем заинтересовать горожан. К 60-летию пилотируемой космонавтики или первого полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос РКЦ «Прогресс» решила организовать выставку, состоящая из уникальных фотографий. На стендах мы можем увидеть первых руководителей РКЦ «Прогресс» Виктора Яковлевича Литвинова и Дмитрия Ильича Козлова. Фотовыставка будет работать до 15 мая 2021 года. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.